Добрый день, друзья! Я человек очень древний. Я настолько древний человек, что когда я начал работать главбухом, мои подчиненные еще пользовались счетами. Потом, когда им установили калькуляторы, они счеты спрятали в ящик стола и, посчитав что-нибудь на калькуляторе, доставали счеты, перепроверяли и потом вписывали нужную цифру в сводные ведомости или в мемориальные ордера. Потом пришло время компьютеров, и опять-таки они считали что-нибудь в Excel, который тогда назывался SuperCalc, или в еще DOS-овской 1С, а потом доставали калькулятор и перепроверяли на калькуляторе. Речь не о привычках бухгалтеров, речь о том, что когда человеку дается инструмент, то главный залог успешного пользования инструментом – это доверие к этому инструменту. Соответственно, мои бухгалтерши сначала доверяли счетам, но не доверяли калькулятору. Потом начали доверять калькулятору, но не доверяли 1С. Потом они начали доверять 1С. А будет какой-то новый инструмент, они тоже поначалу не будут доверять. Если теперь вернуться к ERP-системам, собственно, о которых будет наша дискуссия, то надо прежде всего понять то, что ERP – это инструмент топ-менеджера. И самым главным залогом успешного внедрения и успешного использования топ-менеджерами ERP является доверие топ-менеджеров к тому, что делает ERP, и к самой ERP как инструменту. Соответственно, что именно должно делать нормальная ERP-система, каким образом обеспечить доверие топ-менеджмента к тому, что делает ERP-система, этому и будет посвящена наша дискуссия, в которой я буду модератором. И я искренне надеюсь, что она будет полезной для всех участников. Спасибо вам огромное.